точная копия Знамени Победы на этот раз привезена в санаторий «Радуга». Сегодня он находится в ведении Федеральной налоговой службы России. А в годы войны здесь располагался Ивакогоспиталь 2434. Сюда привозили раненых из Крыма, Ростова, Краснодара и Ставрополя. Это наше знамя, Знамя Победы. Дороже этого знамени ничего нет, россияне. Мы все россияне, мы будем беречь эту землю. Обязательно и наши дети, внуки, правнуки. Мы родились защитниками нашей страны. Символ Победы был в торжественной обстановке передан из санатория «Беларусь», где находился неделю. Операционный блок госпиталя работал круглосуточно. Специалисты военно-полевой хирургии на 8 операционных столах круглосуточно, невзирая на усталость, на трудности, которые они сами испытывали, оперировали бойцов и командиров, извлекали осколки, зашивали раны. Цель эстафеты милосердия «Сочи-город-госпиталь» – рассказать подрастающему поколению о военном времени, когда курорт в одночасье превратился в одну большую госпитальную базу. Таким образом, копия Знамени Победы побывает в 15 сочинских здравницах. А школьники тем временем ведут поисковую работу. Изучают списки тех, кто находился на лечении, и тех, кто умер от ран в Сочи. Порой открываются неизвестные страницы истории. 12-я школа к 65-летию Победы нашла в рамках поисковой работы уникальный случай, когда, оказывается, на территории города Сочи работала суперзасекреченная лаборатория наших ученых советских того периода, которая занималась разработкой специальной «Катюши» для горного кластера. Здесь Знамя Победы будет находиться до следующего понедельника. В это время в санатории будут проходить встречи с ветеранами войны и концерты учащихся. А потом стяг передадут в следующий санаторий, где располагался госпиталь. И уже дети других школ откроют для себя новые страницы истории военного Сочи. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.